Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Audi отзывает в России почти 5000 моделей A4, A5 и Q5, проданных с 2011 года по 2016. ВИН-коды проблемных машин размещены на сайте Росстандарта. А проблема кроется в климатической установке. Там может выйти из строя дополнительный нагревательный элемент, что в свою очередь может привести, правда, с небольшой долей вероятности, к возгоранию. Работы по устранению неисправности бесплатны. Трасса 101. В феврале в России резко выросло число неоплаченных штрафов ГИБДД. Показатель, по данным Федеральной службы судебных приставов, дошел до 500 000, тогда как, к примеру, в декабре 2017-го производств было возбуждено порядка 65 тысяч. Средняя сумма непогашенного взыскания, говорят приставы, немногим более 1000 рублей. По их данным, у каждого 16-го автомобилиста есть хотя бы один неоплаченный штраф. Трасса 101. Некоторые страховые компании хотят запустить услугу оформления полиса КАСКО через мобильное приложение. С помощью сервиса затем можно будет зафиксировать и страховой случай. Таким образом, фирмы планируют снизить издержки и защитить систему от мошенников. Добавлю, что ранее появлялась информация о возможном объединении полисов КАСКО и ОСАГО по желанию клиента. Трасса 101. В 2017 году россияне оформили автокредитов на сумму 333 с лишним миллиарда рублей. Суды на покупку машины чаще всего брали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. На 4-м и 5-м местах наши соседи – татары и башкиры. Сумма сделки, то есть покупки авто на занятые у банка деньги, в указанных регионах близка к 1 миллиону рублей. По данным специалистов, в среднем каждая вторая легковушка в нашей стране приобретается в кредит. «Никогда трезвым машину не водил», — заявил на суде житель Красноярского края, который несколько раз попадался пьяным за рулем. Одна из таких поездок закончилась серьезной аварией, в которой пострадала девочка-пешеход. Теперь мужчине все-таки придется привыкать к жизни без алкоголя. Его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения, лишению прав и выплате компенсации почти в 1 000 000 рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.